Всем привет! Это новости о жизни участниц шоу «Пацанки» 6-й сезон после шоу. Анастасия Наточи решила вернуться в танцы. Очень жалеет, что когда-то бросила это дело. Но теперь она хочет танцевать более женственные танцы. Пожелаем Насте удачи! Мария Лебедева снялась на YouTube-канале «Виктор Блуд». Там Маша отвечала на разные вопросы, выполняла задания, гнула гвоздь, рвала карты, стояла на досках с шипами. Также Маша дала интервью на YouTube-канале «Раз на раз», где и раньше была частой гостьей. Зрители канала заметили, что Маша уже не там. Сейчас Маша живет с Таней. Маша призналась, что на данный момент ей нравится один парень. У девушки проскакивают маты. Она призналась, что от алкоголя отказалась не полностью. Таня и после шоу продолжает меняться. Все лучше и лучше выражает свои мысли. Красится. Кристина рекламирует балаклавы. Проводит время с Олей. Живут девушки втроем. Крис и близняшки. Каждый день их можно увидеть в прямых эфирах. У Лауриты что-то с ногой. Аня Загвоздкина готовит для нас что-то этакое. Думаю, записывает трек. Пусть у Ани все получится. Настя живет с Дашей. Юлия Кириллова приехала к Нике. Девушки дружат. А на этом все. Любите пацанок, подписывайтесь на канал. До скорого.